Девочки, я в номере Доброграда, в гостинице Доброграда. Очень шикарный номер, вообще просто посмотрите. Необыкновенный. Необыкновенный. Смотрите, какая кровать огромная. Очень стильно, все чисто. Просто потрясающе. Просто потрясающе. Класс. Вообще, я в таком восторге. Такая красотища просто. Смотрите, на улице какая сказка. Падает снег, лес. Такая красота. Всем спокойной ночи. Девчонки, мои вещания с отелей. В общем, я уже пришла, легла, огромнейшая кровать. Вообще, такой очень интересный опыт, очень интересная школа. Сам город необычный, и так все тут, знаете, ну, на это стоит посмотреть хотя бы один раз в своей жизни. И, например, мне будет очень приятно, например, рассказывать своим друзьям, что я тут была. Как тут все устроено, вообще такое, знаете, идея создания города, моногорода, прям вот классная. И были бы у меня лишние средства, конечно бы, например, можно было здесь иметь квартиру, приезжать, и, ну, тут вообще прикольно. Вот, спасибо Высшей школе экономики за то, что дает возможность познакомиться с интересными людьми, в первую очередь, с интересными городами, с интересными зданиями. То есть можно что-то, после каждой встречи можно что-то для себя почерпнуть интересное. Понятно, что, конечно, например, моя работа это ну, муниципальная школа, это не частная история. И, ну, конечно, многие идеи в муниципальной школе, они, ну, неприменимы по тем или иным условиям. Но в любом случае, после каждой такой поездки, встречи, знакомства, я что-то для себя подчеркиваю, и, возможно, я расту и что-то привношу в свою организацию. В общем, немножко так вам рассказываю свою историю. Будете спрашивать, я себе уколола лоб. Сейчас у меня ботокс в лоб уколола, потому что прямо здесь была морщина сильная. Вы, может быть, на видео не видели. Но сейчас вот немножко брови такие идут в разлет, но это скоро все осядет, все будет нормально. Вот, я уже лоб колола, кстати, несколько раз. Так что не пишите, что у меня что-то с бровями, и ничего мне не пишите про ботокс. Это мой выбор, это мое видение. Честно, мне не нравится, когда морщинистые, знаете, такие вот лица. Ну, у меня, например, очень ярко выраженная мимика. То есть я человек, который, ну вот, все написано на моем лице, то есть улыбка, разочарование, тоска, печаль, радость, гнев. И у меня очень вот здесь вот выраженные морщины, вот здесь выраженные. Мне сюда надо вкалывать биоревитализацию какую-то. Но я сейчас хочу записаться к косметологу на консультацию, к другому сходить. Вот, и посмотреть. У меня сейчас подружка записалась на РФ-лифтинг. Я не делала ни разу и немножечко так побаиваюсь сделать. Буду очень вам благодарна, если вы мне напишите комментарии, например, кто делал РФ-лифтинг и реально ли он работает. Потому что ей там прям пообещали, что прям будет вау, лицо выровняется, ну, как бы интересно. Вот, девчонки, я вам показала, какое чудо за окном. Уже сказала вам спокойной ночи, но решила еще все равно с вами немножко поболтать. Конечно, когда вот я сейчас нахожусь в такой обстановке, мне очень не хватает моих мальчишек, моего мужа. То есть всем быть бы сейчас вчетвером, так клево. В общем, отпуск начался очень хорошо. Пусть мы сегодня рано встали,
Мы работали, у нас была мозговая такая, ну, деятельность тоже. Мы занимались, обсуждали, знакомились. Все равно это так эмоционально сложновато. Но то, что я сейчас нахожусь здесь, вообще я... ну, кто давно меня смотрит, я чего-то сегодня с вами разоткровенничалась. Я человек, которого, в принципе, можно удивить, если посадить меня в машину и вывести в какой-то соседний город, в какое-то, ну, ой, новое место. Я очень люблю наслаждаться взглядом. Я люблю смотреть новые места. Не обязательно, чтобы это были какие-то там дорогущие курорты. Да, я не была в Таиланде, я не была на Мальдивах, я не была в Дубае, я не была там. Ну, как бы я верю в то, что когда-нибудь я там побываю, но я не расстраиваюсь. Не потому что мы женаты. Ну, скорее всего, да, мы женаты с мужем. Просто, ну, потому что у нас сейчас другие планы на жизнь, и как бы просто жалко денег элементарно. Вот я мужу буквально позавчера или вчера говорил, говорю, полетели в Сочи хотя бы, ну, на 3 дня. И мы посмотрели, что Сочи на двоих на 3 ночи в городе, в самом Сочи, не Адлер, без завтраков стоит 40 тысяч. Мне муж говорит, слушай, ну давай добавим еще и ламинат постелим на втором этаже. Ну или, например, да, взять Сочи 40 тысяч на 3 дня, и за 100 тысяч на двоих можно улететь в Египет, где солнце, бассейны, и ты будешь там 5 дней, 6 дней. Ну, тоже, да, странно. Короче, я это к чему вела? Я это вела к тому, что я человек, который любит визуально новые места, и меня это как бы вдохновляет, меня это заряжает. И вот сегодня то, что я нахожусь в этом прекрасном месте, ну, это очень классно. Да. В общем, я очень счастлива. Девчонки, всем доброе-доброе утро. Я проснулась, выспалась, и я поняла одну простую вещь. Здесь на кровати лежало 4 разных подушки, 50 на 70, и я сегодня настолько была вот в этом, знаете, облаке из подушек, я так хорошо поспала, просто великолепно. Я вообще просто вот, мне прям, даже мне кажется, лицо стало другим. Сейчас я помыла голову, буду сейчас быстренько сушиться, приводить себя в порядок. У нас завтрак, и мы едем дальше. Мы выезжаем во Владимир, в новые две там какие-то школы, но они как бы классического стиля, но с интересными какими-то концепциями тоже, в общем-то, едем смотреть и обмениваться опытом. Очень уютный такой классный халат вообще. В общем, потрясающе, девчонки, если кто-то ну, живет рядом и хочет съездить в Доброград, побыть в гостинице. Тут очень крутой спа. Я прям вам очень рекомендую, потому что все сделано очень хорошо. И вот прям отдохнуть можно шикарно. Вот тут какие виды открываются. Тут даже холл, где лифт. Смотрите, как красиво сделан, стильно. Потрясающе. В общем, все со вкусом. На улице снег. Так клево. Завтрак. Уже было половина съедено, это вторая тарелка. Смотрите, какое тут решение. Вот. Стена вот такая в стекле. Красиво очень смотрится. Девчонки, доброе утро. Я уже дома. И пришли мои покупки с Валбереса. Я нашла вот такие красивые бутылки. У них цвет такой синевато-серый. Очень круто подойдет для моей новой ванны. И я подумала, что 3 бутылочек мне будет достаточно. Это шампунь, это кондиционер и это гель для душа. Потому что там в основном, ну, буду я в той ванне обитать.
Вот, с мужем. Так что, думаю, нормально. И знаете, по качеству они такие прям, ну, классные, плотные. Большой вот этот вот носик у них. Прям вообще потрясающие. Очень мне понравились. Крутые. Девчонки, я тут зашла в Отжим. Мерю джинсы. Смотрите, какие классные. Только немножко, конечно, жирок висит. Но смотрится классно. Сейчас возьму размер побольше. Это М-ка, но они какие-то дюжи узкие. Хотя боюсь, что если возьмешь больше, вот здесь будет на попе висеть. Так вообще, смотрите, какие хорошие. Ну что тут? Не хотя ничего так и не висит. Они еще потянутся. Сейчас посмотрим. Прикольные. Не, нормально, больше не надо. Они еще потянутся немножко. Прям хорошо. Еще такие шорты продаются за 500 рублей. Но вот тут вот, видите, некрасиво сбориться как-то. Как-то вот тут вот не очень. Хотя, не знаю. Нет. Ну, как-то было бы оно вот так. Это какая-то ерунда. Получается не очень красиво. Так, вот я взяла побольше, 29 размер. Прям мне в них очень комфортно. Вот. Возьму их. Как-то мне в них прям вот здесь удобно очень. И по росту идеально мне подходит. Ну, так что возьму. Вот у меня синие такие, серо-черные джинсики. Цена у них 1500. Очень классно. Девчонки, смотрите, как красиво смотрятся эти бутылочки. Прям вообще по цвету подходят. В Телеграме обязательно вам оставлю на них ссылку. И мне нужно купить, заказать себе шампуни. Я буду покупать в мягкой упаковке, чтобы переливать. Это и дешевле выйдет, ну и как бы мне лишние бутылки ни к чему. Вот, еще заходила сегодня я в подружку, купила вот такой себе гель для умывания, гель-пенка для лица, успокаивающий с экстрактом какой-то босвелии. Не знаю, что это такое. В общем, ставлю его сюда, на свою полочку косметическую. Всем очень понравились полки. Мне тоже, девчонки, очень нравится. Я пока решила оставить вот так. Точнее, надо так немножко переделать. Вот, потому что, ну, как бы, не хочется захламлять какими-то... Ева там с ума сошла. Я купила ей новую игрушку, она сходит с ума. Вот, и, в общем-то, очень-очень классно так смотрится. Не хочу перегружать. Пойдемте посмотрим Еву. Я уже ее закрыла. Я не поняла, у тебя что происходит? За истерия? Тебе купили игрушку, все. Что случилось? Молодец. Еще, девчонки, купили мы все-таки светильники. Вот такие. Это будут полупрозрачные голубые вот такие светильники. Ну, честно, я всю голову сломала. Мне не хотелось как-то отягощать очень сильно в ванной, да, что прям вот, чтобы какие-то такие вот мне, конечно, те понравились. Помните, я вам в Леруа показывала, такие они прям большие, но я поняла, что здесь они будут ни к чему. Мне хочется здесь как-то воздуха, свободы, красоты. Так, теперь у меня вот сегодня стильники повесим, и я буду заказывать сюда штору.
Вот, и надо будет купить карниз. И меня все устроит, потому что эти светильники подойдут очень круто вот к этому всему. Вот. Сейчас я здесь почищу ванну, раковину почищу. И, в общем-то, буду отдыхать. У меня сейчас в Инстаграм я выложу наличие на Бактус весеннее. Это будет хлопок, буретный шелк. В общем, кто не подписан, обязательно заходите и подписывайтесь. Я там много чего интересного рассказываю. И, конечно же, показываю свой дом, свои дизайнерские идеи. Очень многие мне пишут: Яна, тебя, говорит, прям так, ну, как-то все сочетается. Правда, мне очень приятно. Я все как бы тоже в голове сама придумываю. И я не дизайнер, наверное, я могла бы им быть. Но мне кажется, мне так очень много профессий. Это будет лишняя профессия. Я еще в подружке купила себе вот такие масочки. Это со свеклой. Мне уж очень захотелось попробовать. Следующая вот такая смешная маска. Сияние кожи. И третья маска — это укрепляющая. Положу сейчас все это в холодильник. И вечером сделаю одну. Девчонки, я засела дома. Приехали, все сделали, помыли, я везде пыль протерла, лестницу помыла, сейчас ездит робот-пылесос, помою полы и все. И сегодня мой план выполнен. На улице классная погода, светит яркое солнце, в доме такая теплота, открыты форточки, знаете, свежий воздух, прям вообще классно. Ой, я выложила в Телеграме и в Инстаграме пряжу на весенние бактусы. Они будут у меня со скидкой. Кто хочет, пожалуйста, пишите и заказывайте. Вот. Пока я в отпуске, я могу связать. Очень, конечно, я хотела уехать на море, но выходит как бы дороговато. И с учетом того, что у нас еще есть и кредиты, и летом хочется на море детей вывести. Не знаю, придется придумывать себе какие-то другие развлечения. Вот, мы поедем в понедельник в Калугу Матвею показывать глаза. И я решила взять мальчишек, и там есть калужские термы, типа такие бассейны. Сходим, поплаваем в бассейне. Не, ну а чё? Сидеть-то. Правильно? Все-таки хочу с вами поделиться отзывом о вот этом препарате. Еще раз напоминаю, что никого не заставляю покупать. Так вот, мне понравилось, мягко очень оно воздействует на мой организм. Я стала лучше спать, моя нервная система стала более спокойна. Так что продается без рецептов, это не какие-то сильные транквилизаторы. Каждый выбирает сам, просто вот я делюсь своей жизнью, рассказываю вам. Препарат мне понравился. Его нельзя использовать очень часто. То есть он используется на 2 недели, вот этот вот тюбичек. И через какое-то время, например, там через полгода, вы можете опять повторить. Так что я очень довольна, что мне его рекомендовали в аптеке. Девочки, показываю плафоны, которые мы повесили. Вот такие прозрачные, круглые плафоны. Вот так они выглядят. О, не знаю, мне нравится. Такое, знаете, они как бы легкие, ненавязчивые. Вот. Очень сочетаются с цветом. Сочетаются даже с вот этими вот всеми приборами, декором. И я хотела вот что-то такое, чтобы это просто было как бы как элемент стиля общего. Вот. Заказала шторы несколько видов.
Посмотрим, что сюда мне больше понравится. Вот, прибралась, натерла все здесь. Зеркало помыла. Повесили мы вот эту полочку. Но она темно-серая и, конечно, выбивается из общего такого, скажем, стиля. Но ничего светлее пока не нашла. Если вдруг найду, то обязательно поменяю. Так она недорого стоит. Она из металла сделана. Классная. Хотела, я думала, что все-таки найду вот что-то вот с такого цвета, но, к сожалению, ничего нет. И вот эту вот надо штуку отмыть. Это пленка клейкая осталась. Вот, и, в принципе, все будет здесь у нас очень даже симпатично. Вот, видите, вот так они смотрятся. Почему еще долго искала? Были в основном все плафоны. С вот та вот основание было либо бронза, либо золото. Ну, если тогда делать бронзу-золото, надо было менять стиль в кранах. А то как бы все серебро, и к чему, думаю, будет это бронза с золотом, ну, вообще непонятная история. И я очень долго искала, вот я их нашла, и мне нравится, как они хорошо сочетаются. Девчонки, в общем-то, на этой ноте буду заканчивать свой влог. Пеку мальчишкам оладушки. Спасибо, что были со мной. И мы с вами увидимся очень-очень скоро. Я вам это обещаю. Всех целую и всем пока!